Почему я не люблю Петербург, какие к Петербургу у меня претензии? Сложно критиковать город, сложно критиковать самый лучший город в России, но я попробую. Итак, первый пункт, за который я ненавижу Петербург, это отношение к историческому наследию. Ребята, вам достался самый красивый город в России, самый богатый город в России, единственный город, где есть такое количество исторического наследия, это непрерывная историческая ткань. Столько памятников, и посмотрите, в каком они находятся состоянии. Все ветшает, а про точечную застройку, про современную архитектуру, которая совершенно неуместна, бездарная, неуместная, когда вы ее вставляете в какую-то в историческую застройку без всякого уважения, грубо, вульгарно, разрушая панораму Петербурга, панораму этих улиц. Ладно, смотри, по пунктам. Точечная застройка, отвратительное дело. Но началась она ровно с приходом московских денег. Вот она началась, вот как московские деньги сюда поехали, так и началась точечная застройка. С чем это связано? Какое-то взаимодействие. Кто сыт в парадных? Москвичи? Сад в парадных? Петербурцы, чтобы отгонять москвичей. Вы заебали приезжать. Ну невозможно уже. Что вы делаете в наших парадных? Мы и сым, чтобы вы не ходили туда. Второй момент – это городская среда. Это Казанский собор, Невский проспект, и там парковка. Там парковка. Одна из главных достопримечательностей Петербурга, и там парковка. Улица Рубинштейна. Улица Рубинштейна, это я вообще не понимаю. Одна из главных ресторанных, барных улиц, все знают. И что, ты ходишь мимо каких-то грузовиков, мимо каких-то запаркованных машин? Почему улица Рубинштейна до сих пор у вас не пешеходная? Где общественные пространства? Заебали уже, нравится вам город, блядь, живите в своей Москве. Сколько еще нужно поставить грузовиков на улицу Рубинштейна, чтобы, блядь, не видеть московских ебальников? Моя большая боль, третий пункт, это застройка, это современная жилая застройка. Все эти Парнасы, Мурина, Кудрова, что это вообще такое? Лепят без инфраструктуры, без всего, какие-то 25-этажные муравейники заманивают людей со всех стран этими дешевыми бетонными мешками. Что вы с этим потом делать будете? Это кошмар, ужас, это будущее гетто Петербурга, это раковая опухоль на теле Петербурга, это огромная проблема, почему вы это не понимаете, почему позволяете этому происходить. Четвертый момент, который я просто не понимаю, это общественный транспорт. Я приезжаю в Лондон, и я вижу классное метро, я вижу потрясающие двухэтажные автобусы, я приезжаю в Лион и прыгаю в современный троллейбус, я вижу классные, хорошие трамваи. Что я вижу в Петербурге? Я вижу какие-то африканские маршрутки. Я вижу самый дорогой в России единый билет. Один пример. Велосипед. Петербург идеален для развития велодвижения. Почему в Финляндии люди спокойно передвигаются по городу на велосипеде, есть какая-то велоинфраструктура? Почему в Петербурге вы не можете даже велодорожки? Почему все набережные превращены в парковки? Почему вообще на набережных самое ценное место в городе, вместо хороших общественных пространств, зон там для прогулок, почему все набережные превращены в трассы, дороги, парковки, самые красивые, самые ценные места в городе, отданные автомобилям? Это, конечно, неправильно. Мы, значит, Петербург заманивает всех жителей России. Ты в своем уме? Это говорит москвич, где живет вся страна уже. Мы заманиваем. Ребята, не едьте сюда, пожалуйста, ради бога. Мы снега навалим, проезд делаем еще дороже. Еще. Вот что вам еще нужно, чтобы сюда не ехать? Сереж, это... Ну и пятый пункт я хочу закончить, ребята. Это ваша знаменитая, легендарная уборка снега. Я не понимаю, за столько лет то сосули, то какие-то аномальные снегопады. Можно вообще разобраться с уборкой снега? Пока ты доходишь от вокзала до своей гостиницы, ты чувствуешь себя героем, ты чувствуешь, что ты приехал не в самый красивый город России, не в культурную столицу, а ты вообще приехал на какое-то шоу, где тебе нужно выживать. Про снег. Уберите из Египта песок. Нахуй нужен этот Египет тогда? Вы, давайте вывезем весь снег, блядь, и что останется в Петербурге? Уберем все машины, блядь, и поедут ваши рожи. На этом все. Петербург очень люблю, самый крутой город. Надеюсь, он будет исправляться и становиться еще лучше.